летели, обратно не сядем уже. Какая работа, где вытрите слезы из глаз? Жизнь кончилась в доли секунды на вираже. Вы лучше налейте бокалы и пейте за нас. Мы сами себе выбирали такую судьбу. Мы в небо смотрели, знали, свобода лишь там. Но боги сегодня на землю нам дали табу. Вы нас помяните, оставьте нам только 100 грамм. Не ждите обратно, ребята, наш 127. Мы больше не сядем из шасси, теперь ни к чему. Теперь мы на небе останемся, видно, совсем. Всю жизнь мы стремились, наверное, только к тому. Земля отпустила нас как-то уж слишком легко. Мы любим ее, только небо нам все же родней. Приятно купаться в тиши и в пуху облаков. Отсюда и землю красивую нашу видней. Ах, если б вы знали, как здесь нам теперь хорошо. Свобода теперь без конца и почти без границ. Ласкает нам душу родных облаков порошок. И сверху мы видим так много знакомых нам лиц. Мы к вам не вернемся, остались мы здесь навсегда. За нас не волнуйтесь, у нас здесь и солнце, и снег. Мы встретимся с вами, наверное, через года. Ну все, до свидания, целуем и любим вас всех. Добрый день, уважаемые присутствующие! Приветствуем вас на торжественном мероприятии, посвященном памяти погибших пилотов МиГ-31. Памятное мероприятие просим считать открытым. Право поднятия государственного флага Российской Федерации предоставляется Степану Оленеву, сыну военнослужащего специальной военной операции. Внимание! Звучит гимн Российской Федерации. Yeah.
Слово предоставляется заместителю главы администрации по вопросам местного самоуправления Яне Юрьевне Болдыревой. Всем добрый день. Место, где мы сегодня с вами находимся, это наш с вами вклад в увековечение памяти погибших пилотов. Облагораживание и обустройство этой территории, частички этого леса, место падения самолета МиГ стало возможным при помощи и поддержке нашей общественности и, соответственно, органов власти Вельского муниципального района. Сегодня, в очень непростое время для нашей страны, для России, мы просто обязаны пронести память об этом событии, которое случилось 26 лет назад. Мы должны помнить о подвиге пилотов, которые погибли при выполнении планового учебного полета. Увели самолет в сторону от Вельска и Кулоя, в безлюдное место, в лес, и не допустили его падения на наши населенные пункты. Они успешно справились со своей задачей, но ценой этого стала их гибель. Вечная память погибшим пилотам. И этот обелиск, может быть, так можно его назвать, как восстановление связи с тем ужасным событием, которое случилось много лет назад. И именно этот обелиск нам напоминает о подвиге погибших пилотов. Именно это наглядный пример для воспитания нашей молодежи. Ведь память о прошлом – это наши дела в настоящем. Ну, а мы, Вельский муниципальный район, совместно с общественностью будем и дальше осуществлять работы по обустройству этого памятника, по облагораживанию этого места. И никогда не забудем об этом событии. Спасибо. Вам всем спасибо, что вы сегодня здесь с нами. Слово предоставляется руководителю общественной организации «Варшавский край» Валентину Ивановичу Пустышкину. Уважаемые друзья, сегодня 30 сентября 2023 года. В этот день, я сначала об этом скажу, в этот день впервые отмечается сегодня праздник, который недавно на днях был установлен нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным о присоединении или вхождении вторично наших новых регионов, там, где сейчас проходит военная операция, о которой только что говорили, что, ну, грубо говоря, идет война. Значит, Донецк, Луганск, Запорожье и Херсонщина присоединилась. И этот день теперь считается всероссийским праздником. Впервые отмечается сегодня. Мы же здесь собрались отдать дань памяти летчикам, которые здесь погибли. Они здесь и лежат, между прочим, их так и не нашли. То есть это воинское захоронение, которое до сих пор Министерство обороны не признается, но мы знаем, что здесь они лежат. Поэтому здесь не просто стелла и ничего нет. Они здесь, они нас слышат. Прошло 26 лет с того времени. Я сам помню те события. В это время я работал в отрасли связи в городе Вельске. Поступила команда организовать связь отсюда. Здесь поисковая группа работала, МЧС. И до штаба в Москве. Сначала здесь по болоту тянули кабель МЧСники до железной дороги, где вышли, потом кулойские железнодорожники, а потом уже от Вельска до Москвы, там уже наши связисты скоммутировали линию связи, она существовала 3 недели. Мороз был 30 градусов. Глубина, куда ушел самолет, вот яма еще осталась вот здесь, частично засыпана. 10 метров, чтобы вы могли представить, что это был за самолет. Так он, вот где мы сейчас стоим на этой полянке, он сюда даже не вместился бы. Он больше 20 метров длиной, 17 метров шириной и 6,5 вот с этой деревья высотой. 40 с лишним тонн вместе с топливом. Когда он сюда упал, тонн 30, наверное, еще оставалось. Был громадный взрыв, стекла в кулое затряслись. Может, не вылетели, но в смысле слышали далеко. Как это все происходило. А если бы это все упало на Кулой или на Вельск, наверное, была бы большая беда. Летчики, конечно, не смогли катапультироваться, потому что, как я считаю, что они именно исполнили тот долг, чтобы не случилась беда. Причина всего этого, конечно, послужила то, что самолет был неисправный. И на высоте более 10 километров, когда он туда поднялся,
У них отказало, либо было неисправно кислородное оборудование, либо кабина была разгерметизирована. И они, значит, в этот момент потеряли сознание, значит, и, значит, ну, без кислорода, сами знаете, долго не продышишь, даже когда вы купаетесь в реке, долго ли под водой пробудете. Но, тем не менее, по команде диспетчера они хотели развернуть самолет в обратном направлении, но до конца у них не получилось. И самолет полетел вместо планового полета, это было в районе Шенкурска, полетел в сторону Вельска. В районе Судорома он летел со снижением, этот самолет. Постепенно воздух появился в кабине, сигнал прозвучал, сирена, опасный режим. Они очнулись, и дальше уже они действовали сознательно, осознанно, сообразили, что самолет летит не по маршруту, летит на Вельск, и они повернули его влево на 60 градусов. Он по кратчайшей траектории полетел в сторону Кулоя. Значит, Вельск в стороне остался, а Кулой-то впереди. Над самым Кулоем практически в 3-3 километрах от границы Кулоя произошел взрыв. Они еще раз отвернулись самолет. Когда им уже было, значит, катапультироваться? У них уже не было возможности. Самолет снижался со сверхзвуковой скоростью. Он на низкой высоте не имеет права летать. Он развалится в воздухе от перегрузки. Что и произошло. И они вот здесь лежат. Их не нашли. 3 недели здесь их искали. Кое-что доставали. 3 недели. Потом все работы были свернуты. И весной сослуживцы в мае месяце пришли сюда и принесли на руках через это болото вот этот памятник. Самолет базировался в поселок Саватия, близ Котласа. Отсюда 200 с лишним, 240 километров примерно. Вот они на руках принесли, поставили. И потом на 25 лет про это все забыли. Прошлый год, в январе, я об этом вспомнил, стал искать эти концы этого самолета. И 19 февраля, благодаря помощи, значит, администрации района, главы Гуляева Андрея Викторовича и других товарищей, кому он поручил, сюда был организован поход. Человек, наверное, 25 было. Добирались на снегоходах, шли на лыжах. В общем, было сложно. Но тем не менее, значит, я, значит, когда здесь был, дал слово. Мы так это просто не оставим. Фотографии, чтобы были, все это будет сделано. Прошлый год я здесь 15 раз был за год. Все год уже 6, а мы некоторые первый раз. Но я думаю, что не последний. Я еще раз сказал, что самолет базировался в Котласском районе, аэродром Саватия. И, значит, и собрание депутатов Котласского района вышло с ходатайством главе района Вельского с тем, чтобы героям-летчикам, имени героев-летчиков, были присвоены 2 новых улицы. Либо в Кулое, либо в Вельске. И что удивительно, не так давно уже была комиссия по присвоению улиц. И тоже удивительно, даже это ходатайство даже было не рассмотрено. Хотя об этом говорили мы здесь, и я говорил. И еще раз говорю, я обращаюсь к вам, к молодым. Ладно, мы помрем скоро. А вы-то еще будете расти. Может быть, когда вы вырастете, взрослыми станете, будете управлять районом, тогда вот вы присвоите имени героев-летчикам новые улицы. А сейчас присвоили, новая улица Пионерская есть. Вы же пионеры. Нужно эту проблему решить по возможности. Вот, значит, дальше, что, почему именно в сентябре мы здесь собрались? Именно в сентябре, 3 сентября, родился Щербанев Юрий Владимирович, штурман. Справа, которая там на фотографии. Ему в этот день, 3 сентября, исполнилось бы, ну, исполнилось 60 лет со дня рождения, был бы живой, кто юбилей бы отметил, но не получилось. Всего лишь прожил 34 года. А 29 числа, то есть вчера, было день рождения командира Стриженникова Василия Ивановича. Ему было 59 лет, он на год моложе его. Поэтому вот именно собрались в сентябре, именно вот отдать им дань памяти.
И также у нас такая договоренность была еще тогда, 19 февраля прошлого года, было как бы говорено тут же, что дважды в год проводить здесь мероприятие. В день падения самолета 15 января 1997 года, то есть 15 января, и 27 июля, день рождения авиаполка. 82 года со дня рождения авиаполка, в котором служили эти летчики. Поэтому я очень благодарен, что вас столько много собралось, больше, чем даже зимой. Зимой 60 человек пришло пешком по болоту без лыж, вот в этом году. А вас сейчас 70, я посчитал примерно. Но это, наверное, еще не предел. Может, в следующий раз будет 80? Кто-то еще скажет. Я, по крайней мере, благодарю вас всех, что вы пришли. Я очень рад, со слезами на глазах вас всех благодарю. Спасибо большое. Я постарался быть краток. Почти минутой молчания память погибших пилотов МиГ-31. Памятное мероприятие объявляется закрытым. Мы благодарим вас за внимание, за неравнодушие и гражданскую позицию. Я устала, такая.